Все мамы мира отметили свой праздник «День матери». Для хранительниц домашнего очага прошло много мероприятий, в которых участвовали мамы разных возрастов, профессий и призваний. Ярким завершением праздника стал концерт в культурно-деловом центре «Арктика». В течение жизни отношение к родителям и к маме, в частности, меняется, но трепетное чувство остается. Именно это хотели сказать режиссеры постановки. В концерте приняли участие коллективы разных возрастов – от 3 до 60 лет. Временной разрез показывает отношение к маме в разные периоды жизни. Мы хотели сделать просто добрый, хороший концерт, немножко, может, с грустинкой где-то веселый. И чтобы это веселье и грусть переплетались, и из этого складывается наша жизнь, поэтому так получилось то, что получилось. В День матери отметили тех, кто с гордостью носит звание «мама». Елена Щукина недавно стала мамой в 6-й раз. Знак отличия материнской славы 3-й степени пришла получать с мужем Владимиром, младшим Максимом, Евгенией, Елизаветой и Викторией. Старшие дети Андрей и Светлана болели за родителей по телевизору. Позвольте поздравить вас с этой замечательной наградой, пожелать вам здоровья, терпения, радости, любви вашей к вашим детям и детей, любви детей к вам. Счастья вам! Для семьи Щукиных рецепт счастья не мудрен. Взаимопонимание, помощь и поддержка, уважение интересов каждого. С момента образования семьи Елена и Владимир не пренебрегают этими правилами и прививают их подрастающим детям. Женя, расскажи, какая твоя мама? Добрая, хорошая, ласковая. Стремимся, чтобы они были хорошие, добрые, отзывчивые, помогали друг другу. Вот. Ну а чего добьются, то уж... как жизнь повернется. Более 20 номеров и 200 участников. В каждой песне, каждом танце и мини-постановке звучало спасибо тем, кто дарит жизнь на этой земле. Праздник такой, он как-то и семью объединяет, и, в общем-то, значимый все-таки праздник. У каждого есть мама, у каждого есть бабушка. То есть нужно этому время уделять значение какое-то. И у нас очень хорошие праздники проходят на эту тему именно. День матери – праздник хоть и не государственный, но уже популярный среди населения. Накануне в городе прошли несколько акций в его поддержку, а значит, он нужен и востребован. Надежда Литкова, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Игорь Рочев, телеканал «Север».